Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала! Вы в мире домашних животных. Маленькая домашняя обезьянка Алекса снова на прогулке. Мы пришли в детский городок для того, чтобы побыть на свежем воздухе, конечно же, попрыгать, побегать, ну и немножечко позагорать. День сегодня выдался очень солнечный и теплый. Первое, что привлекло внимание маленькой обезьянки Алексы, это были маленькие каштаны. Как вы сами успели, наверное, заметить, Алекса решила попробовать их на вкус. Уж не знаю, вкусные или нет молодые каштаны, но Алекса они явно очень даже привлекли. Нельзя с уверенностью утверждать, что она их кушает, но надкусывает точно. Такое ощущение, что она пытается добраться до сути, которая находится внутри каштана. Разобравшись с каштаном, Алекса, похоже, пришла к выводу, что ничего интересного и вкусного в нем нет. И тут же пошла осваивать лесенки и различные снаряды, которые есть на этой детской площадке. Кстати, детская площадка находится во дворе школы. И в связи с тем, что уже начались летние каникулы, детей на ней практически никогда не бывает. Поэтому Алекса может спокойно побегать, попрыгать, и никто не отвлекает ее внимание. Попытство и энергия, которая бьет ключом маленькой домашней обезьянки Алексы, это ядерная смесь, благодаря которой она никогда не сидит на месте. Ну, за исключением тех моментов, когда она кушает. Во время таких прогулочек я стараюсь сделать так, чтобы Алекса потеряла как можно больше энергии. Больше лазила, больше бегала и больше скакала, для того, чтобы дома она уже была более в спокойном состоянии, и мы смогли бы с ней позаниматься развивающими играми. Растратив всю энергию на улице, маленькая обезьянка становится более восприимчивой, более внимательной, ну и, конечно же, более усидчивой. Ну а пока пусть наслаждается прогулкой, лазанием по различным препятствиям, ну и, конечно же, свежим воздухом. Ну а мы с вами давайте, друзья, прощаться. Всем хочу сказать огромное спасибо за то, что поддерживаете наш канал. Ставите нам лайки и пишите нам очень добрые комментарии. До скорых и интересных встреч в мире домашних животных. Здоровья, удачи, счастья и отличного настроения вам и вашим близким. Продолжение обязательно следует. Всем пока! Мы вас очень любим!